Китае назревает серьезный скандал, виной которому стали 6 маленьких золотых рыбок и фокусник по имени Фу. Их выступление в канун празднования Нового года по лунному календарю показал государственный телевизионный канал. Уникальность номера в том, что рыбки, для китайцев они символ богатства, плавали синхронно, подчиняясь командам артиста. Удивление миллионов китайцев сменилось протестом 53 организаций по защите животных. Их активисты уверены, что рыбки управляются либо магнитами, либо электрическими импульсами. Оба способа подразумевают насилие над живыми существами. Фокусник Фу, естественно, отказывается раскрывать технические детали трюка, однако согласился передать своих золотых рыбок ихтиологам. Они возьмут самочувствие маленьких актеров под свой контроль.